Всем привет, друзья! Меня зовут Декстер, и вы находитесь на канале Декси. Декси. Декстер. И ты, мой друг, знаешь, не тебе мне рассказывать. Заходя на канал Декстер, ты всегда увидишь новое крутое видео. И я всегда буду оправдывать ожидания своих подписчиков. И в том числе в этот раз я вас тоже не подвел. Видите, друзья, как я для вас стараюсь сделать реально крутые видео. Поэтому я считаю, что вам будет и несложно немножечко, совсем чуть-чуть постараться для меня. Мне нужно, чтобы ты нажал на красную кнопку подписки. На такую же красную, как красный зонтик моей новой сегодняшней девушки. И вы спросите, кто же та самая таинственная незнакомка, на которую я променял свою девушку Иру? Раз, два, три. Друзья, знакомьтесь, это Маша, это моя новая девушка на 24 часа. Привет, меня зовут Маша, мы познакомились с Егором на съемках ролика «Обмен девушками». Я не понимаю, как я могла встречаться с этим псевдо-Аполлоном, когда есть Егор. Аполлон, блядь. Готов к подвигам. Да, друзья, на самом деле это была просто любовь с первого взгляда. Мы с Машей давно поддерживаем наши отношения и сохраняем их в тайне. Кстати, друзья, недавно моя девушка рассказала мне, что она прокачала свой телефон новыми, крутыми, живыми обоями. И я очень долго не мог понять, как мои знакомые все делают живые обои, пока моя девушка Ира не подсказала мне приложение для установки этих обоев. В нем есть очень много заставок с календарями и планерами, а особенно меня порадовал топ популярных обоев. Выбор действительно достойный. Более 10 тысяч вариантов для вашего iPhone, и из них более 3 тысяч — это живые темы. Многие похожие приложения берут фотографии из интернета, и обои могут повторяться. Но в этом приложении все живые обои уникальные. И что самое интересное, ты можешь создать свои живые обои из видео или серии фото. И специально для моих подписчиков разработчики приложения создали вот такие вот крутые, классные, милые живые обои, которые ты можешь поставить на свой телефон. Для этого зайди в App Store, вбей в поиск словосочетание «живые обои», спустись к нужному приложению и убедись, что у него ровно такая же иконка, которая сейчас показана на экране. Именно это приложение тебе и нужно скачать. Затем дождись загрузки приложения, запускай и пользуйся с удовольствием. Продолжаем. Друзья, вы, наверное, все знаете, что у нас с Ирой, в принципе, не самые сладкие отношения, хоть я уже и познакомился с ее родителями. Мы постоянно что-то пранкуем друг друга, издеваемся друг над другом. Мне это реально надоело, и я сегодня решил опять отомстить своей девушке Ире за то, что она меня так криво, позорище, как она познакомила меня со своими родителями. Я был красный, просто потом я не спал еще всю ночь. Сегодня я проведу целый день с Машей, 24 часа устрою ей самое незабываемое свидание в ее жизни. Ты можешь просто дать денег, все. Дать денег? Да. И кому дать денег своей девушке, чтобы мы с тобой были вместе? Мне. Сделаешь фотку и дашь денег, и просто съебешь. Короче, ребят, сегодня мы с Машей 24 часа будем ходить по самым романтическим местам Москвы, вообще делать фотографии романтические, и будем делать вид, что мы влюбленная пара. Делать вид, что мы с Машей влюбленная пара. На самом деле я знаю о том, что Егор действительно встречается с девушкой Ирой, но она его просто уже задолбала своими пранками. Наше признание в наших отношениях, конечно же, было шуткой, но я все-таки надеюсь, что сегодня Егор поймет, что я все-таки лучше, чем Ира. Маш, ты и так лучше, чем Ира. Все. Сегодня я весь день буду с Машей дропать свои сторис, выкладывать разные посты, наши романтические фотки. И я хочу, чтобы Ира меня просто приревновала, прям вообще жесть. И я надеюсь, что она поймет, что помимо нее в этом мире есть еще куча красивых девушек, вот такие как Маша. И если она не перестанет делать свои тупые пранки, я надеюсь, она поймет, что очень легко потерять такого крутого альфача, как я. Да, фотки только не забудь удалить, а то это распугаешь меня всех олигархов. Олигархов. Короче, ребят, я увидел, что здесь рядом делают фоточки на фоне Сити влюбленная парочка. Вот, и я решил на этом же месте сделать фотку с Машей. Наш оператор нас будет фоткать сегодня. Всем привет, друзья, меня зовут Майк, я профессиональный фотограф. Вообще, я выезжаю на фотосъемки обычно, ну, 1500 рублей в сутки для, ну, такой вот полноценной 24 часа фотосессии для семейной пары. Но сегодня друг Егор попросил меня это сделать, я приехал абсолютно бесплатно. Нам еще долго стоять ждать, пока ты будешь нас фотографировать. Я буду режиссировать абсолютно все ваши фотографии. Так быстро пошел, встал. Фотографируй так быстро нас. Встал. Так, встаем. Значит, Маш, сейчас подойди, обними Егора за талию очень нежно. Вот так буквально чуть выше копчика. Егор, кладешь руку на талию Маши, чтобы это выглядело, ну, максимально романтично. Вот так? Да, а, ну... да, вот так вот. Положи вторую руку тоже на талию. Нет, пусть положит. Это очень сексуально, теперь тянитесь друг другу губами. Руки на талию, так, и тянемся губами. Давайте, раз, два, Маша. Тянись губами! Блин, это очень романтичная фотография, мне очень нравится.
В общем, ребят, мне кажется, давай это получилось... Давай не с нижнего ракурса, а с верхнего. Она это не будет видно, Сити. Смотрите, ребят, решил поставить сердечко вот так между нами. Сейчас напишу «Ты не одна» и отмечу ее профиль «Ири Бэйби». Так, отлично, супер. Маш, что думаешь насчет этого? Потрясающе, богемно, божественно. Блин, только единственное, знаешь, что я понял? Я сейчас в ее аккаунте нахожусь. Бля! Ир, когда ты научишься выходить из своего аккаунта? Выходи из моего аккаунта, сейчас бы залил к тебе в сторис, это было вообще пи***ц, ребят. Короче. Все, я точно теперь в своем аккаунте выкладываю, короче, сторис. Все. Отлично, первая сторис. И прикинь, она такая, не посмотрела. Блин, нет, мы столько сделаем, что она точно посмотрит. Ну что, Маш, я думаю, что это вообще прям неплохое начало. Следующая идея для фото будет намного креативнее и прикольнее. Сейчас мы пойдем скоро в магазин, накупим разных реквизитов, цветов, разных штук прикольных, романтических. И Ира, держись. Короче, ребят, на улице пошел дождь. Единственное, что я сейчас переживаю, что он попортит нам весь день, всю эту романтику, которая сегодня будет. Но ничего страшного, вроде он должен скоро прекратиться, и мы продолжим. Ну что, друзья, мы переместились с вами в магазин Ашан, где я обычно и покупаю цветы для своей девушки. Но в этот раз, да, конечно, не обессудь, но цветы мы покупать не будем, прям здесь сделаем фотку, пробивать не будем, деньги не тратить на пустые вещи, согласны? Это просто логика богача, я считаю, так и надо делать. Я не богач никакой, все, пойдем. Прошел уже час, и реакции от моей девушки никакой абсолютно нет. Мы сейчас хотим сделать фотку вот с таким вот букетом цветов, короче. Смотрите, какая красота, это же просто, ну вообще. Это очень красиво, Маш, это вообще топ. Сделаем с тобой фотку прямо на эскалаторе, чтобы Ире было... Она не умрет от зависти. Да, на эскалаторе ей будет вообще непонятно, где мы сделали фотку, типа в магазине, не в магазине, типа вообще неизвестно. Итак, ребят, мы должны сделать максимально счастливые лица, и вот, давай. Ты в камеру и улыбайся. И ты, Маш, максимально... Итак, ребят, сделали фоточку. Смотрите, ребят, как выглядит эта фотка, по-моему, вообще топ. Сейчас мы ее закинем тоже в сторис. А какую-то фотку я выложу себе в профиль. Итак, друзья, вторая фоточка пошла. В этот раз не в аккаунт Иры буду я заливать, свой точно. Смотрите, значит, фоточка и подпись «Мы счастливы» напишу. Какой-нибудь смайлик. Какой можно смайлик поставить? Сердечко. Сердечко я уже ставил. А, ну вот котика с глазками. Да, отлично. Все, друзья, дропаю в сторис. Мне просто интересно. Все мои подписчики сейчас, наверное, смотрят, не понимают, что вообще происходит. Как же твоя девушка Ира, Егор, мне директор уже весь завалили. Ну, ничего страшного, друзья. Пранки нужно возмещать новыми пранками. Пранковать друг друга. Друзья, я придумал следующую фотку. Мы пришли сейчас в кафетерий, в кафешку в Ашане. И сейчас мы сделаем фотку, где наши руки переплетены. Мы держим два стакана кофе, который мы, кстати, нужно выпить. Типа мы не удержались, то это же, ну, Ира подумает, что там что-то есть. Да, короче, похрен, что она подумает. Кстати, странно, что она до сих пор мне не позвонила. Уже две фотки выложены в Инстаграм, если не заходил. И потом увидит вообще всю ленту в моих фотках. Это будет даже лучше. Друзья, все, делаем следующую фотку в сторис. Маш. Не, ну, друзья, это любовь. Я считаю, что это любовь, о которой мечтает каждая девушка, которая смотрит это видео. Выкладываю в сторис. Хотя нет, друзья, я не буду выкладывать это в сторис. Я скину ей это прям в личку в WhatsApp, чтобы она это увидела. Потому что она уже достала. Я очень стараюсь, реально делаю фотки. Она никак не реагирует на них, не заходит даже в Инстаграм, не смотрит мои сторисы. Все, я скидываю ей в WhatsApp, короче, фотку. Вот сейчас точно отреагирует. В общем, ребят, у меня появилась очень крутая идея. Сейчас мы с Егором найдем маленькую куколку ребеночка и сфоткаемся с ним. И у нас будет потрясающая семейная фотокарточка. Что это? Смотрите, что я пишу. Сейчас я отвечу как-нибудь так, чтобы она мне точно перезвонила. Смотрите. Неважно. О, звонит, звонит, и уже писать не пришлось. Так. Алло. Алло, что звонишь? Я гуляю. Где ты гуляешь? Я тебе случайно просто WhatsApp скинул, я с подружкой гуляю. Ладно, все, пока. А вот сейчас нормально. Можно опять. Просто обмангую. Красава. Обмангую, будет махать. Идем за нашим ребенком. Подпишись на канал, иначе описаюсь прямо здесь. Смотрите, ребят, с Машей нашли вот такого вот ребенка. Он как раз по скидке. Я, короче, его покупаю. Мы сделаем сценку, типа Маши еще. Вообще просто не могу, это просто хочется его съесть. Фишка в том, что мы с Машей придумали такую сцену, когда я позову Иру, мы сейчас купим еще пеленки, я буду стоять на руках с пеленкой, во-первых, фотку сделаем такую, дропнем в сторис, типа это ребенок Маши, но я его буду нянчить, короче, и когда Ира увидит у меня в руках пеленки, вот тогда это будет вообще трэш. Ребят, короче, ребенок плачет, у него там текут сопли, и мы только что пока его пытались разбудить, мы сломали даже коробку, но ничего, мы ее купим, так что погнали. Спасибо, Майк. Друзья, ну что, 1700 рублей, именно такая цена сейчас за ребенка в России.
Вот, поэтому сейчас я буду его, собственно, покупать, чтобы позлить мою девушку. Если у меня будет ребенок, Егор, то он будет только не настоящий и от тебя, конечно. Серьезно? Ты хочешь от меня ребенка? Да, все хотят от тебя детей, я даже знаю почему, алименты, вся хуйня, ты сам понимаешь, да? Плохой бизнес, кстати. Если что, продам свою машину для того, чтобы обеспечивать нашего с Машей ребенка. Друзья, прежде чем мы пойдем делать фотку с нашим с Машей ребенком, у меня появилась еще одна очень злобная, гениальная идея. Моя девушка Ира, она тащится по единорогам, она обожает единороги, она как маленький ребенок себя ведет, реально. И в одном из роликов она привела меня именно вот в этот магазин единорогов, который сейчас вот находится здесь. Я сейчас куплю единорога и сделаем фотку, как я Маше дарю этого единорога. Она просто так забомбит, чуваки. Это будет просто фотка, я вам обещаю. Блин, она просто умрет, мне кажется. От чего она умрет? Слушайте, ну если бы мой парень купил мне единорога, а потом другой тёлке своей купил тоже в этом же месте единорога, я бы просто разбила ему Покупаем единорога. Смотрите, еще одна идея, ребят, перед тем, как мы пойдем сейчас в парк, я куплю вот такую вот длинную мармеладину сейчас вот в магазине сладостей. И я уже думаю, вы догадываетесь, что мы с ней будем делать. Мы будем по разные стороны всасывать, как... Мармеладный хуй. Да, ребят, именно так. Таких длинных я еще никогда не видела. Вау, какая она длинная. Блин, слушай, вот это вот прям тема, она подойдет. Ну что, друзья, вот мы и в парке, наконец-таки, начинается сейчас самая жара. Делаем фотку с длинной конфетой, где мы ее едим с Машей по бокам. Супер интимно. Это не конфета. Это мармеладный кто? Юх. Это вообще дико, это самое жесткое, Видите, что могло быть. Видите, у меня взгляд? Я просто порноактриса. Ребята, это вообще как... Подписывайтесь на мой канал на Пухабе. Короче, ребят, на это видео решил наложить трек новой Иры, который уже вышел, «Девочка на ламбе», чтобы она просто была в полном шоке, типа, чё, под девочку на ламбе, под ее трек, я с какой-то другой девушкой. Короче, это вообще жесть, я бы такой ни за что в жизни не стал бы выкладывать, если меня не уговорила бы Маша. Короче, напишу, Ире Бэйби, прости, но это смешно. Выкладываем. Это очень стыдно, это просто пиздец. В общем, наш маленький Дексик умеет плакать, но для того, чтобы это случилось, нужно куда-то нажать. Я вот, правда, не могу понять. Ты не знаешь случайно? По-моему, его нужно как-то по голове немножко постучать, или где-то он... Ну, что-то ничего не работает. Ну, да, не работает. О, а это что сделал? А как ты сделал? Друзья, я как самый заботливый отец должен замотать своего ребенка в пеленку, но мы купили не пеленку, а какую-то клеенку. Короче, пофиг, Маш, давай. Самое главное нам создать впечатление, что у тебя реальный ребенок. Вот сюда его клади. Так. Так, и как-нибудь его нужно замотать теперь. Шапочку оставь. Не, без шапочки будет более реалистично, что ребенок. Короче, вот так вот. И вот подбошку главное. А откуда ты знаешь, как пеленать детей? Так я же это, многодетная мать. Короче, все. Теперь нас нужно сфотографировать. Это я выложу, я думаю, сделаю пост в инсте. Да это будет неплохо, так я думаю. Органы опеки. Сделал? Да. Ребят, реально чувство, как будто у меня здесь ребенок и Маша его мать. Или, не знаю, просто взял понянчить ее ребенка. Короче, все, я сейчас заливаю пост с подписью «Мое маленькое счастье». Это жесть. Все, я выложил фотку нашу. Короче, вот фотка. И здесь у нас вот такая вот с ребенком фоточка. В описании написал «Мое маленькое счастье» сделано с любовью совместно с Машей Star Wines. А что это за подпись такая? Ну... А ты же удалишь это потом как-то? Нет. В смысле? Ты мне что, будешь распугивать мужиков вот этой фоткой? Я это не удалю, ребят. И, кстати, после выхода ролика вы сможете эту фотку найти в моем инстаграме, подписаться на него и поставить на нее лайк обязательно, как я сейчас сделал. Что это за херня? Что ты сделал? Ну что это за подпись вообще? Мне никто не напишет после этого. Все, я удаляю. Не, стой, подожди. Подожди, я придумал, как нам решить этот вопрос. Ты меня без папиков хочешь оставить? Не, стой. Я придумал, как решить нам этот вопрос. Мы оставим ссылочку на твой инсту в описании. И если ты папик и смотришь этот ролик, если ты богатый олигарх или просто очень симпатичный молодой человек, то подписывайся на Машин инстаграм и пиши ей в директ. Yes. Можно не удалять? Ладно, окей, хорошо. Самое интересное, друзья, я сейчас понял, что Ира, оказывается, хотела такого единорога, чтобы я ей купил. И я купил его не ей, а Маше сегодня. Я сейчас запишу прям видео, сторис, как я говорю, блин, слушай, Маш, этот единорог для тебя, я тебе его дарю. Ты примешь его? Ты примешь свой подарок? О, конечно, он такой милый, у него есть крылышки. Спорим, что Ира мне после этого позвонит? Я готов поставить на это 100 тысяч рублей, что она мне реально после этого наберет. Давай, раз, два, три. Маш, у меня есть для тебя подарок. Так.
какой? Это тот самый единорог, о котором ты мечтала в последнее время. Он для тебя. Блин, он такой милый, просто не могу у него крылышки. Ой, я не могу, это просто прелесть. Спасибо большое. Пожалуйста. И чтобы сейчас просто добить Иру, Маш, давай. Я тебя люблю, Зоя. Вот сейчас у меня реально сердце прям застучало, типа, она так долго просила этого единорога, что вы даже не представляете. Я так счастлив, что нашел наконец ту, которая реально познакомит меня со своими родителями, потому что она меня любит, а не ради хайпа. Следующая сторис, ты моя навеки. Ребят, это жестко, типа, это на самом деле жестко. Ребят, звонит. Алло? Алло. Алло, да? Выложил. Чего хрень я выложил? Какой? Все нормально. Я же тебе сказал, что я со своей подругой... Это ведь кто? Мы с ней давно не виделись, я говорю, знакомая со школы. Чего? Все, пока. Странно, что она не сказала про единорога. Мне кажется, просто еще не прогрузилась у нее эта сторис. Но она точно посмотрит. Ну и последняя фотка, которую я хочу сделать, это фотка с реальным поцелуем в парке. Егор, а это не твоя девушка идет случайно? Не, она дома. Ты посмотри. Ир! Офигел!